Давай поиграем в голые факты. А давай. Израиль оккупировал палестинские земли. Даже если брать в расчет только новейшую историю, государство Израиль было провозглашено в мае 1948 года по решению Госассамблеи ООН. До государства Израиль на этой территории существовал британский мандат. До британского мандата здесь была Османская империя. Ты хочешь копнуть поглубже? Сначала это была агломерация независимых городов царств ханаанских. Потом здесь образовалось объединенное израильское государство, которое впоследствии распалось на Израиль и Иудею. Массовое рассеяние евреев началось во время римского правления. Израиль 75 лет жестоко угнетает палестинцев. Израиль бесплатно предоставляет арабам газ, воду, электричество, медицинское обслуживание, разрешение на работу на своей территории. А ты видела, сколько жертв в Палестине среди мирного населения? Бомба попала в больницу. Больница пострадала в результате неудачного запуска ракеты исламским джихадом. Ущерб в основном пришелся на парковку, которая прилегает к больнице. В Газе отключили воду, нечем мыть детей. Если в Газе нет воды, чтобы помыть детей, то после резни 7 октября в Куцах на юге Израиля нет детей, чтобы их помыть.